Задача нынешних рождественских чтений и сегодняшней секции по казачеству – воспитание исконно русского духа и традиций, тех истинных принципов, по которым жили наши предки, любовь к своей родине, уважение к ее культуре и традициям. Традиционно в декабре в нашем прекрасном храме мы с вами встречаемся, и наше подростковое казачество проводит мероприятия по духовно нравственному воспитанию нашей молодежи. На мероприятии также присутствовали представители духовенства, атаманы и казаки Смоленской и Брянской областей. Своим примером они показали присутствующим школьникам широту русской души и богатство казачьей культуры. Ответственность за молодежь города чувствуют и местные организации. Среди них Смоленская атомная электростанция. В первую очередь это привить любви к своей отчизне, к своей родине. Именно через служение России, через служение народу казаки служили и Господу Богу. Благодаря совместным усилиям казачья культура активно развивается в Десногорске. В Атомграде регулярно проводятся патриотические мероприятия, уроки мужества и, конечно, казарла в Десногорске. Впитав все это еще в детстве, для многих казачья культура становится настоящим жизненным кредо. Я вырос среди казачьих детей, я с малолетства, вот как он сказал, в 3 года я уже был казаком. Я носил шашку, я носил кубанку, я носил казачью одежду, вот приблизительно которую я ношу сейчас. Мероприятие продолжилось выступлением вокального ансамбля «Вольная станица». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.